матки Бакфаст из Германии. Получил я в этом году две маточки Бакфаст из Германии. Вот мне их в Киеве передали. Такие вот паспорта у них. B86. Это серый Бакфаст, так называемый. Я их поподсаживал, два отводочка. И сейчас мы посмотрим на них, как они себя чувствуют. Пошли они в развитие уже. Я поставил им полоски Байворол фирмы Байер от клеща. Маточка прекрасно сеет. Значит, пока меня все устраивает. Пчелка такая темная. Вот это ее пчелка уже. Темно-серая и немножко рыжины. Немножко рыжины. Такая серая пчелка. Спокойные, работают. Маточка хорошо засеяла все. Это уже второе поколение выходит. Сейчас попробуем посмотреть на маточку, найти ее. Пока не видно. Открыли мы их без маски, без дымаря. С ними спокойно можно работать. Так, вот рамочка с засевом. Она мне будет нужна для прививочки. Но хочется посмотреть и на маточку. Да, вот наша маточка на последней рамочке, почти предпоследней. Это у нас номер 23. Да, вот это этого паспорта. Это вот паспорт на нее 23. Такой темный Бакфаст. Темно-темно-желтенький, такой рыжеватый. Значит, я уже делал несколько прививок от нее. Хороший материал, по словам моего коллеги, очень медистый. Серый Бакфаст. Значит, вот у меня вышли. Сейчас я поставлю рамочку назад, чтобы им не мешать. Пускай работают дальше. Так. Вот у меня вышли неплодочки от этой материнки с прошлой прививки. Вот здесь одна в маточнике. Они темные. Матки получаются темновато-рыжие такие. Вот они уже пару дней сидели и почти летают. Значит, такие вот маточки. Такого плана это светленькая маточка, но есть и темнее. Неплодочки выходят. Так, и вот же дальше идем мы, посмотрим. Некоторые вот такие матки выходят. Темный Бакфаст. Это я перед этим рыжих отобрал пару штук, а так они вообще такие вот темные. Вот такой вот темный Бакфаст. Такого плана неплодочки. Что такое? Ну. Будем на них смотреть, как они себя покажут в работе. Пока что всем мне все нравится. Пчела спокойная, развивается хорошо, работает до сих пор. Подсолнух уже закончил цвести, они летают, работают очень активно. Такой отводочек жужжит. Эти маточки контролируемого спаривания. Значит, это B86, облетано на трутнях B38. Значит, на контролируемом облетнике. Хороший материал. Будем смотреть, как он будет в работе. Но, по словам коллег, очень медистые. Матки Бакфаст из Европы. Матки Бакфаст из Германии.
в Европе не заморачиваются по поводу цвета. У нас все хотят, чтобы были именно рыжие бакфасты. Там же люди хотят, чтобы были просто очень продуктивные, спокойные пчелы, которые бы отвечали всем критериям и хозяйственным показателям бакфаст. Ну, будем его тестировать. Значит, несколько материнок облечу на островном облетнике, на изолированном островном облетнике. Значит, посмотрим на рыжем бакфасте, на бакфасте кропика, на трутне. Посмотрим, что у нас покажут, как они себя покажут. Ну, а дальше будем смотреть серый бакфаст. Да, кстати, с октября начну записывать заказы на следующий год на пчеломаток. Значит, звоните в октябре, записывайтесь. Неплодные матки идут первые в мае, июне. Дальше идут плодные матки, F1 свободного спаривания, контролируемого спаривания матки. Под этим видео есть линк на сайт, или просто напишите в Google Paseka in UA. Заходите на сайт, там есть родоводы, можно посмотреть, почитать публикации, там поиск есть по сайту. Напишите здесь несколько ваших комментариев. Кто новичок на канале, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик возле подписки. Благодарю вас за внимание. Закінчуємо мітити неплодочок. Ось її можна роздивитися. Така от Бакфаст B83 від німецької матерінки з Лаутенталя. Значить, ось вони тут вже сидять в клеточках. Так. А тут ще ось пару штук осталось. Тут я пару помітив. Парочку ще попідсаджую, ось одна залишилася. Значить, що я хотів сказати. Пару штук, от я вивожу, зараз у мене декілька закладок цієї B83 німецького сірого бакфаста з Лаутенталя. Значить, ну мені треба пару штук для контрольованого спарювання, можливо на остров вивезу. Пару штук, там штук 5-6 для групи сестер. Там, а будуть трохи вільних ще маток. Кому, можливо, хто хоче випробувати їх, будь ласка, телефонуйте, можна придбати пару ще неплодок цього бакфаста нового, сірого бакфаста, значить. Дуже, кажуть, медистий, гарно хлопці хвалять його. Ну, я ще не бачив, якщо ви хочете разом зі мною подивитися, телефонуйте, можна придбати ці неплодочки та й подивитись разом. Значить, телефон мій можна знайти. Сайт Paseka in UA, там є сторінка «Контакти», телефонуйте.